Изабель Делубель и Оливье Шенфельдер. А пока давайте насладимся вторым составом французской сборной «Танцев на льду» и посмотрим, насколько они конкурентоспособны. Шанит Кер и Джон Кер. У них тоже американский танец. Ну, видите, сравнивать легко. Посмотрим, кто из них более американистый. Да, в этом оригинальном. Шотландцы или французы. Удачи. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't have. Turn it to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. I raised me a family working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine off. I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on a griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy. When the work's all done and the sun's setting, Наталья Шала, Фабьен Бурза. Две серебряные медали на этапах серии Гран-при, и вот они в финале. Ну, несмотря, опять-таки же, на то, что особо никаких ошибок ребят не допустили, вот если сравнивать их с англичанами, то для меня англичане были более убедительны, более танцевальны, более эмоциональны. Вот. Ну, посмотрим. Как всегда, судьи со мной не согласятся, ибо они имеют определенное мнение по поводу каждого из спортсменов и каждой танцевальной пары. Но осталось нам ждать с вами, Василий, недолго. Нам вообще осталось недолго ждать, Петр. Нам с вами или мне лично? Я имею в виду даже безотносительно этого турнира. А, кстати, действительно, когда вот я называл... Нет, давайте об этом поговорим. Серьезно. Участников... вероятных участников финала Гран-при, ну или, скажем так, первую шестерку мира. Ты действительно, я забыл еще Делабель с Шанфельдером. Таким образом, здесь уже места нет ни для Керов, ни для Пешала Бурза, ни для, тем более, Капеллини Ланотты и Кроан Пуария. Здесь были бы Домнина Шабалин, Делабель Шанфельдер, Бельбин Агоста, Хохлоу Новицкий. И... Да, а что? Вы просто забыли о них, я вам напоминаю. Я как раз собирался сказать. А, вы в таком вашем личном рейтинге всех называете, да? Ну нет, по алфавиту. Я на последнем букву просто поставил случайно. Но тем не менее, как я уже заметил, история не знает сослагательных наклонений. Вот такой вот у нас
не очень сильный финал в этом году, в олимпийском сезоне, но тем не менее. Сейчас вот откатались французы, и мы наконец-то сможем с вами насладиться дуэлью катающихся спортсменов, безусловно, претендентов на высочайшие медали чемпионата мира и Олимпийских игр, с которыми, в принципе, и придется сражаться нашим прекрасным спортсменам, которые здесь не представлены, к сожалению. Хотелось бы понять, все-таки как с ними сражаться. Сражаться только одним способом – кататься. А кататься, поверьте мне, Оксана и Максим умеют. Да и Яна с Сергеем уже не раз доказывали свое право на высокие места. Ну вот мы видим, что там минимальная разница, да? Они выигрывают у англичан, но с какой-то такой... 56-93 у них против полбалла